Всех приветствую! Это Телегид, а это значит, пришло время узнать, как провести время вместе с нашим каналом. Впереди две премьеры, захватывающие киноленты и потрясающе насыщенные вечера. Что и когда посмотреть, сейчас расскажу я, Анна Троян. Друзья, на этой неделе нас ждет незабываемое путешествие во времени. Вместе с тайной кумиром мы отправимся в 80-е, где нас ждет драматическая история. Главный герой – популярный певец Руслан. Кумир женщин сам пробился на эстраду и стал знаменитым. На одном из концертов он знакомится с танцовщицей ансамбля. Поговаривают, у нее есть хорошие связи. Однако юноша оставляет это без внимания, ведь влюбившись впервые в жизни, он полон надежд и решительно пытается завоевать сердце девушки. Как сложится судьба героя, узнаем по будням в 9:30 утра и в 20:45. Шумит уже стадион, он светом залит, все ждут одного тебя. Красивая кошка. Сегодня твой день, иди скажи, что хочешь. В середине недели наши телезрители увидят современную детективную историю. Коммуналку смотрим в среду. Лейтенант милиции Паша развелся с женой и переехал в коммунальную квартиру. Теперь его соседи – стриптизерша Вика и уголовник Виктор. Поначалу их отношения складываются почти враждебно. Однако наш герой берется помочь им в разборках с бандитами, ведь поодиночке им теперь не справиться. К чему все это приведет, смотрим 2 мая в 21:45. До меня дошла информация. Михаил Тамбовский снова в городе. А если это так, будут неприятности. Вот его фото. Чао, Федерико! Под таким названием на ЛРТ стартует небольшая комедийная история о незабываемом во всех отношениях отпуске двух семейных пар. Василий и Галина Ивановы – обычные пенсионеры, которые на годовщину получают путевку в Италию. Уже в аэропорту у них завязывается ссора, и в то время, как происходят разборки, в городе муж дочери берется за расследование важного дела, которое должно принести ему повышение. Как пройдут каникулы наших героев, смотрим в четверг и в пятницу в 17:30. Если бы я знал, что тут такая скукотища, я бы взял «Войну и мир» почитать. И что тебе не отдыхается, дед? Да я уже год ничего не делаю. И тут то же самое. Поспать, пожрать, пожрать, поспать. А между сном и едой поваляться у бассейна. Ой. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу. В завершении рабочих будней мы познакомимся с Даниэлом Блейком и драматической лентой, получившей золотую пальмовую ветвь. Он недавно овдовевший бездетный работяга. Потерял даже возможность зарабатывать себе на жизнь. Блейк вынужден обратиться за помощью к государству. Однако на деле оказывается, что сделать это для пожилого мужчины крайне сложно. Процесс подачи заявления полностью автоматизирован. А Даниэл никогда не держал в руках ни смартфона, ни компьютерной мыши. Только молоток. Жизненную британскую историю смотрим в пятницу в 21:45. У меня написано, что вы ожидаете звонка от специалиста. Господи, 55 минут, чтобы снова это слушать? Я застрял во времени? Нельзя подавать апелляцию и пересматривать решение, пока вам не позвонит специалист. Так попросите его позвонить. У меня нет доходов. Нет пенсии. А налог на жилплощадь платить надо. Я сделаю пометку, сэр. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье 10:00 и 19:30. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот. В эти весенние выходные продолжим следить за криминальным детективным сериалом. Нестареющий Жан Рено в главной роли.
Джо Синклер, ищейка со стажем, расследует самые сложные убийства в городе. Следуя за его неустанным стремлением к справедливости, история покажет самые потаенные уголки знаменитых парижских достопримечательностей. Не пропустите в субботу в 17:30 и в воскресенье в 16:45. Эта дама звонила в ваш музей 10 дней назад. Мария Фламбер. Да, она приезжала. Интересовалась Жаклин Дюссо. Чем конкретно? Личными бумагами, письмами. Их у нас нет. Очень обрадовалась, когда узнала, что одна из сокамерниц Дюссо жива. Королевский роман, дворцовые интриги и ее величество любовь. Все это, мои друзья, нам предстоит пережить в воскресенье вечером. 15-летняя Каролина Матильда выходит замуж за короля Дании. Монарх имеет серьезные психические отклонения, проводит свободное время в притонах, но даже постоянные драки и пьянство не приносят королю удовлетворения. А в это время королева, уставшая сражаться с судьбой, становится любовницей доктора. Но так ли некорыстна эта связь? Увидим 6 мая в 21:00. Я думаю, что он прав, говоря, что то, каким образом строится ваше общество, делает жизнь человека очень сложной. Объясните. Религия, брак. Все, что отнимает у человека свободу. Не заводите детей, Стройнзе. Я не планирую. На этом наш выпуск подошел к концу. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного, а еще советую подписаться на ЛРТ в соцсетях. Тогда вы будете в курсе самых актуальных событий округа. Я, Анна Троян, желаю вам солнца и яркой весны. Пока-пока!